Они все скажут сами. Бросил ты меня? На кого ж ты меня покинул? Ну, наверное... Горе ты моя луковая. На какого-нибудь... На кого ж ты покинул? Сильного, высокого. Я не знаю. Талантливого красавца. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь, от меня по степи скакай. Белый конь, потерял я коня. Только снег, белый снег укрывает меня. Я хочу устроить кастинг партнеров. Вот, и хочу обратиться ко всем телезрителям. Присылайте свои заявки на редакцию Первого канала для Марата Башарова с пометкой «Навка, ищу тебя». Ну, так что, друзья, готовьтесь. Отдаю вам самые сокровенные свои жизни. Тем более, что Татьяна сейчас находится в очень хорошей спортивной форме. Да. Вот. Понимаю, что сегодня вы кататься не сможете. Это уже очевидно. Как видите, наверное, лучше Марат расскажет, что с ним произошло. Ну, во-первых, я, как видите, сломал ногу на работе, на съемках. Причем совершенно как-то, ну, по-дурацки. На ровном месте, можно сказать. Ничего сложного, не трюк исполнил, ничего. Просто на ровном месте подвернул и сломал ногу. Ну, а... Я так думаю, что не стоит нас уж так хранить. Я считаю, что до свадьбы заживет. До свадьбы-то заживет, но вы одна из самых любимых пар нашего проекта. Понимаешь, Марат, и как лишить такого удовольствия телезрителей? Это несправедливо. Ну, в первую очередь, я бы хотел попросить прощения у Татьяны за то, что так получилось. Я бы хотел попросить прощения у уважаемых судей за то, что, ну, не получится мне больше слышать от вас и ругательные, и лестные слова. Мне хотелось попросить прощения у всех зрителей. Простите, пожалуйста, что так получилось. И я бы хотел попросить у вас разрешение, Татьяна Анатольевна, у вас, чтобы Татьяна Навка все равно каталась, чтобы нашли мне замену и чтобы Татьяна продолжала участие в ледниковом периоде. Ну что ж, друзья, так как Марат Башаров и Татьяна Навка сегодня не могут выйти на лед, победа в этой дуэли присуждается Алексею Ягудину и Валерии Ланской. Башаров, вернись к нам, Диляра. Мы с Татьяной просим тебя. Я обещаю, вернусь. Татьяна Анатольевна, будем мы ждать Марата Башарова? Скажите. Ну, во-первых, я хочу сказать, что свято место пусто не бывает. Я думаю, что это совершенно будет несправедливо, если Навка не будет кататься. Мы ее любим, и она украшение проекта. И она многих мужчин на этом проекте выучила кататься. И побеждала. И мне очень жаль, конечно, твою ногу. Мы будем ждать тебя, потому что мне кажется, что наши проекты не кончаются. Мне так кажется. Вот. А ты заметный человек в проекте. И очень важный человек. Тань, тебе будет очень трудно, кто бы ни был. Но обязательно не теряй надежду на то, что ты выиграешь. Или будешь в этой тройке, тем интереснее будет дальше какая-то борьба. Я не верю, что с Навкой, кто бы ни встал, он будет стараться.